We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Привет. Короче, я не подскажу, потому что я себе хоккей переназначил, и я даже не знаю. Ну, я раньше не знал, что она вообще есть, типа, что была возможность повторять последние, типа, действия, поэтому я не подскажу, не в курсах. Не, ну одиничка, ну ну по крайней мере то, что я знаю. Но если у тебя не работает, сбрось настройки, посмотри еще раз. Может быть, тебе что-то с настройками. Типа бывает, друзья, говорят такое, типа. Например, когда вот ФША запущен и вот такой увесистый, у меня у зебра бывает хоккей отлетают, типа. Так что, возможно, типа много окон позапускал, типа оператор все сожрало. Ну, как вариант, ну, типа, я же попробую перезапусти. Типа, не то чтобы даже зебру, а сам камп. Must have been something I said.
Ребята, ребята, русскоязычные люди, кто говорит, кто понимает, отозвитесь, пожалуйста. Маленькое такое объявление у меня, чтобы я его просто так не зря здесь говорил. Половина меня не поймет, а то и все не поймут, если нету русскоязычных. Короче, неважно, есть ветут или нет. Я думаю, что это будет последние стримы по вообще по онлайн, наверное, стримы, может быть. Так как на них даже никакого спросу нету. Вот, будут просто обычно видосики выходить и все. Ну, я так думаю. Пока еще не сильно уверен, но процентов на 60 где-то. На 60, я думаю, что только видосики будут. Стримов онлайн, наверное, нет. Неблагодарное это дело, как выяснилось. Вот. Да, ну да, типа, и поэтому как-то, знаешь, типа, 3-4 человека, да и так могут написать и спросить что-то. Если надо будет, а так, я же говорю, что там, я не вижу в этом необходимости какой-либо. Ну да, я понимаю, что типа и здесь и моя вина, типа, что я не делаю объявления какие-то там, мало занимаюсь, грубо говоря, продвижением, но кому было интересно, типа, тот зашел, посмотрел, зайдет, вернее, посмотрит видос, да и все, типа. Летсплей. Почем? Почем давай, хорошо. Твои предложения. Спасибо, конечно. Ну, блин, я же говорю, если активность. Ну, я же говорю, пока я его долетопаю, допеку. Там еще стрима 3-4 может точно будет. А может и 5 даже, плюс-минус. Ну, потому что я планирую пока его и затекстурить. Тоже на стриме. Вот. Там посмотрим за то время, как вообще, что будет с онлайном. И буду решать. РПГшки. Я мало во что играю. Последнее время, раньше играл, в форточку бегал. Да, знаю, игра для школьников, да, но мне нормально. Вот, но сейчас даже ее удалил. Сейчас только стоит, что у меня на компе, Battlefront. Не Battlefield, а Battlefront по Star Wars. Death Stranding, который я прошел уже давным-давно. Вот, поэтому с играми будет сложно у меня. Хотя я собираю в эпике халяву, как большинство, наверное, из вас. Вот. Я говорю, посмотрим, что оно будет до конца этого всего добра. Thank you.
Baldur's Gate. Вообще, честно, я только название где-то слышал, а ни малейшего понятия не имею, что это. Вот честно. Да я люблю больше такого платформеры какие-то, знаешь, типа Hop. Есть игрушка хорошая. Там типа Inside, Limbo, вот такого плана мне нравится. И тоже прям я тащусь по таких играх. Но чтобы стримить игры, я не знаю как-то. Это реально надо настраиваться именно на стримы для игр, потому что, ну, я не знаю, мне как-то это печально выглядит. Ори, нет, Ори, вот что-то мне Ори не зашло. Хотя там музычка хорошая, атмосферка, но Ори мне что-то не понравилось по геймплею. Вот как-то не зашла. Хотя, ну, я же говорю, она красивая, она реально хорошая, но не для меня. Там Тима постаралась над игрой хорошо. Вот, и нормально, я же говорю, там хорошая, но не для меня. Вот такое, если бы что-то было в жанре инсайда, было бы неплохо. Короче, как-то вот так вот дальнейшие планы у меня. Не то чтобы хорошие, но не особо плохие, как для меня, например. У меня сейчас очень много всего надо сделать, типа много чему самому научиться. И стримы иногда бывает отвлекают, типа. Я бы сейчас посидел, например, дизайнер получил бы Substance. Но я давал обещание, что выстримлю это все добро. Хотя можно и в другое время Substance получить, но все равно хотелось бы его пораньше обуздать. Потому что после Substance Unreal идет на очереди. Nightmares, да, хорошая тоже шпилка. Но там, понял, там как бы она, типа, грубо говоря, жестко 3D-шная, а Inside он такой, типа, вид сбоку и все, типа. Ну, я говорю, можешь загуглить, Hop называется игра. Вот там прям вообще атмосферно, загадочки, я прям люблю такое. И очень сильно жду The Last Night сейчас, хотя неизвестно, будет он вообще или нет. Единственное, что я сейчас жду по играх, например, вот. Потому что ничего и нету толком и поиграть. Да и не особо, конечно, хочется. Не, может быть, по Star Wars, если что-то новое вышло.
было бы неплохо. А то Star Wars и Fallen Order я проходил прям с удовольствием играл у него, короче. Хоть типа жанр Лары Крофт, но прям отлично зашел, потому что в фильме последнее дерьмо какие-то, бля, снимают. Ну, кроме Мандалорца. Толерантность, вот эта вся хрень прям аж бесит как-то, блядь. Ну, типа, снимите нормальный фильм, блядь, типа. Если Лукас перезапустит франшизу свою, типа, то будет нормально. Снимет так, как он думает и видит. Было бы неплохо. Так, ну сегодня я планирую вот так вот хотя бы вот под эту типа хрень типа обвести его, заретопать. На следующем типа вот эту все остальное, потому что я тут самое геморное. И заювишить, и наверное на том же стриме заювишить и спечь. Подготовить полностью под текстуру. Вот. Планируется пока вот так вот. Думаю, где-то стримчика 3 может быть еще будет. Плюс-минус. Посмотрю, как оно. Да, вот, ну этот я буду текстурить на стриме, да. Только Substance я галима знаю, я больше типа фэша текстурю, типа. Но в собственности, ну типа погуглить там посмотрю. Короче, я не думаю, что там прям пиздец как сложно. Ну типа, как-то ж текстурил, блин, даже тот пистолет, который там лежит на рестейшене. Что я не думаю, что сильно будет сложно. Чуть-чуть дольше повожусь, конечно, но это такое. Да я не говорю, что там просто надо понимать, как, какие-то градиенты делать. Я не сильно шарю все фичи и собственности. Типа, вот такого плана. А так, ну, типа, ничего сложного же нету. Я тоже, я это прекрасно понимаю. Типа, знаешь, как в зебре ты находишь какую-то крутую кисть, но не знаешь, как ей пользоваться, типа. Так и в собственности. Находишь какую-то крутую фичу, но я не, например, вот, вернее, я не знаю вот этих крутых фич, чтобы хорошо, например, текстурить в собственности. В фотошопе я типа по олдскульному типа это делаю там. Вот. Поэтому. Чуть-чуть выдержу геморно, но то это такое, типа. Хотя раньше и пёк даже в сабстансе, блядь, это было еще что-то с чем-то. Но это была версия, но я не знаю. Столетней давности. Неудобно трешать. Не жри, я некоторые генераторы знаю, типа, но там есть и разные, и в плане типа по колору, типа вот такого, надо будет просто где-то посидеть либо на форумах. Конечно, читать не особо люблю. Это, знаешь, лучше применять вживую это все. Когда ты знаешь, 10 раз поклацал, посмотрел, как оно работает, и тогда уже ты можешь применить как-то в своей работе. Да, конечно, есть, типа, я говорю, это, ну, типа, это лень еще, типа, сидеть, обучаться, хотя надо более его детально изучить, вот, ну, просто лень, вот я за дизайнер жестко взялся, поэтому вот Substance обычный прям, что-то мне не сильно хочется, но надо, я говорю, вот как раз на стриме этим буду заниматься. Ну, если что, ты там подскажешь, если будешь присутствовать. Что нормально, я не пропаду.
уж точно. Привет, привет. Да пиздец, как на бизит, я уверен в этом. Не, я же не против совета, если они уместные. Типа. Если я вот пришел, я говорю, ребята, кто-то знает, да. Нажми эту кнопку, так удобнее работать. Ну, блядь, это самое большее интересное. Каждый, блядь, занимается мазохизмом, как ему удобно. У каждого свой фетиш, типа. То, что советчиков будет, это факт. Ну, конечно, если кто-то будет еще смотреть, конечно. Вот. Текстуры, ну, конечно, интереснее. Ну, блядь, это ж, пойми, это часть работы, от которой ты просто не убежишь. Ее тоже надо знать. И надо привыкать, что она есть, и ее надо делать. Да, неинтересно смотреть. Ну, блин, я так понимаю, кому неинтересно, тот и не смотрит просто. На текстурах, так хз, вот, я честно даже не знаю. Не уверен, что будет. Не, ну, ладно, возможно, ладно. Но это не точно. Там, ну, я смотрю на статистику, по-разному прыгает, типа. 4, 8, 4, там 7, 6. Зашел, кто посмотрел, а опять ретоп, ну нахуй это смотреть. По я все умею. Ну, я ж типа ничего не имею против. Говорю, что будет, наверное, это все закругляться. Обычные видосики будут выходить. Раз в месяц. Да и хорошо. Я думаю, не сильно все обидятся. Не сильно много кто-то потеряет. Заходят даже на стрим, знаешь, типа, и лайки не ставят. Вот это, блядь, обидно. Думаю, сидишь, я тут ебашу за эти лайки, как проклятый. Ну, это хорошо, значит, я делаю что-то правильно. Хотя дизы это своеобразный фидбэк, который показывает, когда ты делаешь что-то неинтересное людям.
Это как бы, это хорошо, что они есть. Я считаю, это правильно. Вот, поэтому, ну, то, что без них, ну, значит, это хорошо. И стримить, ну я не знаю, я вижу, это не для меня. Да ничего страшного, горячее, что сгорело, то не согниет, как говорят, знаешь. Girls with their nails done.
Голодным не будешь. Топоган, подожди, дай я вспомню, что это. Ага, не, я не знаю, не видел. Новый топоган. Блядь, это же для ретопа херня, точно. Прикольно вроде, выглядит как бы неплохо. Поменяли хотя бы и звук уже выглядит хорошо. Thank you.
да, но, но и нет. Ну, как бы, я стараюсь, типа, если ритуал, вот мне в майке удобно, то я даже другой сок не хочу пробовать. Вот мне, вот реально, блядь, я это толком не знаю. Учить еще новый. Это Топоган, ну, типа, я когда-то в нем работал, вроде как бы, если не ошибаюсь, это же Топоган был вроде. Когда я еще в майке не сидел. Вот, то... Какие там несложные. Рабочие. Ну, типа, просто слишком много прог надо, типа, чтоб, блядь, 3D-шить получается. Как-то не очень прикольно это. Прога для ритопа. Мне в майке это удобно делать, то я честно даже не хочу. Ну, выглядит прикольно. Конечно, было прикольно, если в майку такие нетличи потом покидали. Хотя Autodesk любят выкупать софт и убивать его. Вырезать, знаешь, типа вырезали печень, типа пересадили там в Макс или в Майю. Они любят это делать. XSI убили, типа. И фичи в Макс и в Майю подобавляли, типа. Хотя XSI жесткий конкурент был, я уверен бы. Ну, они продали пацанам. Мне пацаны продали. Вот и задушили. Так же, как и, например, недавно на днях новость читал, что Shutterstock выкупил TurboSquid. Вот, и теперь Shutterstock одна из самых, блядь, здоровых библиотек 3D моделей и там что там еще, Shutterstock видосики вроде и фоточки можно, я точно не помню. Короче, дохера. Теперь, блядь, выкупили за 70 с хером вроде лямов. Ну это типа нехило. Ну я, конечно, думал, что будет дороже. Ну да, около того, я думаю, что в этом. Конкуренцию душит, блин. Собственно же, типа, тоже посидели, поняли, что херня. Теперь Substance by Adobe. Ну, да не, на Турбосквиде можно нормально денег поднимать. Можно, если постараться. Там... Хотя процент, сука, большой, блядь, берут. Там 60% забирают, блядь. Ну это вообще такой трешак, блядь. Типа, я честно, туда я не хотел бы заливать модельки. Ну, если это, знаешь, это выгодно, там просто со временем, чем ты дольше, тем процент меньше. Там 3, сначала типа 60, потом, когда в топы его заходишь, там, или определенное количество времени сидишь, там процент уже меньше, типа, и где-то до 30% только тогда забирают уже. Ну, блядь, тоже, типа, за то, что на сайте есть, блядь. Ну, такое себе развлечение. Даже на ArtStation не то, блядь, выгоднее работать. Вот если именно, типа, делать... Даже те кисти, блядь, реально выгоднее в 100 раз.
Даже, например, если взять тот код, что-то он тоже типа сдулся за последнее время. Хотя, ну, типа, софтина хорошая. Ну что там упал в грязь, грубо говоря. Типа, не слышно никаких апдейтов, ничего толком. Может быть, я, конечно, не качал уже 100 лет апдейты. Хотя coa.com.ua, нет, это что-то какой-то, блядь, магаз одежды, сука. Не, ё-моё. А, блин, надо писать 3D код, сука. Нет, какие-то апдейты есть. Блин, значит, я давно не качал. Ну, просто о нем реально не слышно. Поверь, Коа 2 это прям силушка по хендпейнту. Ну, очень удобно. Если бы у него были все возможности, как в Substance, и, ну, типа, я бы работал бы в Коате. Штука прям очень крутая. Substance посидели, так потусили ребятки вместе. Упалили нормально где-то, нашли, вернее, инвесторов. Подкинули те бабла. Поняли, что софтина вроде заходит. Да и у них типа кряк даже, блядь, ну реально такой ущербный, просто копипаст сделал. Ой, я же не пользуюсь кряком, тем лучше, ребята, извините. И вас, вам говорю тоже, типа, не пользуйтесь крякнутыми софтом. Покупайте всегда лицензии. Если есть деньги. Блять. Хорошо сказал. Зачет. Thank you.
Вот, блядь, поэтому я Twitch не перевариваю, тупо еще та помойка. Просто реально, тупо помойка. То не скажи, туда не посмотри, блядь, так не выглядит. Ну, типа, это прям вообще перебор. Стримы, возможно, и есть хорошие, но правила Твича меня прям вообще кумарят. Я что, никогда не смотрю игровые новости, типа, по утрам? Что вообще, типа, происходит? Типа, на Твиче забанили того, на Твиче забанили того. Опять забанили, типа. И за что? За то, что он посмотрел куда-то туда или что-то на мониторе выскочило. Бах, там бан прилетел, бан прилетел. Ну, такое, короче, ну, трешак полнейший. Поэтому для меня Twitch это тупо реально помойка. Не говорю, что на Ютубе тут лучше, но не так, как там. Но тут не такие вроде как бы правила. По крайней мере, я ничего не слышу, чтобы Twitch ввел новые правила. Или YouTube ввел новые правила, которые типа, позволяют хуже стримить. Или забанили стримера просто так, или еще что-то. Короче, ну, блядь, я же говорю, тупо трешак. Да еще как портит. Да, у него бабки есть, они же, это ж, блин, если я не ошибаюсь, это же Амазона херня. У них там вроде же день, ну, блин, я не помню, вроде же Амазона, Twitch. Конечно, я не буду утверждать. Вроде же Амазона. Сейчас гляну. Амазон, да. Это амазоновская херня, поэтому там денег точно хватает, типа. Ну, глава Амазона уже ушел. Кому этот в отпуск в неопределенное время. Вместо себя какого-то типа вроде должен был назначить, так что Безос вроде его так зовут. На любителя. Кому-то нравится на Твиче, ну пусть сидит, не заставляю. Сейчас ты имеешь в виду? Сейчас, конечно, мышкой пользуюсь. В майке, ну можно, я слышал, я видел это, но как-то это издевательство в майке на планшете работать. Возможно, есть какие-то прикольные фичи типа в этом, но не, я мышкой. Да и стрим уже, кстати, уже все. Я на сегодня вот это все. В следующем стриме я планирую вот эту всю доделать, потому что тут очень геморно. И UI-ху хотя бы сделать. Может быть, спечь, если все будет хорошо по настроению. Потому что, ну реально, это геморно. Тут, блядь, зубов вот этих, тут сколько проебаться над ними надо.
то, ну, я, конечно, взял, отрезал, потому что большой меш начинает подглючивать. Блядь, ну он такой будет плотный. Сейчас тут 3000, 6, 7, блядь, ладно, давайте. Вроде нормально, вот, ну вот они. Вертексы моей мечты. Только синтик, то, конечно, он ему приходится работать на синтике в майке. Ну, типа, это вполне, ну, возможно, работать, типа. Он, наверное, привык, человек, работает. Вот так удобно. Поэтому... Так, сейчас у нас тут получается... Что у нас тут, блядь, получается? У нас сейчас получается 10 тысяч. Ну, ладно, давайте вот так вот. 11400. Ну, будет сортом где-то 15-17 где-то. Вот. Хотя можно было бы и попроще его делать чуть-чуть. Я не хочу заморачиваться. Вот. Как-то вот так вот на сегодня. Ох ты, вот. Так что, ребята, на сегодня все. Я что-то без настроения вообще как-то. Не идет пока у меня стрим. В следующий раз мы доделаем голову, заювишим его, посмотрим, как оно будет вообще на спичонке. Дойду я на том же стриме до спичонки или нет. Включать ничего не хочу. Так что как-то вот так вот, ребята. Спасибо всем, кто был, кто приходит постоянно. Вам особое спасибо. Некоторые, наверное, меня не понимают, тут большинство. Да, ребята, все. Всем спасибо. Всем пока.